Сегодня на сессии Горсовета депутаты рассмотрели поправки в бюджет на этот год. Поступления в него оказались больше планируемых на 1 миллиард 323 миллиона рублей. Более чем 300 миллионов – это дополнительные доходы от продажи муниципального имущества. Список недвижимости, которую выставят на торги, дополнили на 23 объекта. Кроме того, планируется продать несколько земельных участков под строительство. Остальные деньги – это 1 миллиард рублей – субвенции из краевого бюджета. В первую очередь их планируется потратить на здравоохранение и благоустройство. Расходы определены с учетом, наверное, перспективных направлений, того, что связано в первую очередь с летом. Да? Это расходы, связанные с благоустройством, с подготовкой жилищно-коммунального комплекса к зиме, с дорожным строительством, в том числе увеличены расходы на инфраструктуру 4-го моста, то, что связано с подготовкой строительства 4-го моста. Ключевой объем средств краевого бюджета направлен на учреждение здравоохранения. Кроме того, народные избранники одобрили проект корректировки генплана застройки Красноярска. Участок в Октябрьском районе между улицами Елены Стасовой и Биатлонной отдали под объекты Академии зимних видов спорта. Его перевели из зоны городских лесов в зону общественной застройки. К концу года будет готов проект 2 объектов Академии. Всего их планируется построить более 30. Это почти 80% необходимых спортивных сооружений для возможного проведения универсиады. Уровень объектов олимпийский. Общая стоимость не менее 12 миллиардов рублей. Порядка 6 готова дать федерация. Если город выберут для проведения универсиады, сумма значительно увеличится. Однако проект еще будет выставлен на общественные слушания. Проект достаточно удачный, потому что он не закрыто спортивный объект, это объект физкультурный, то есть порядка 7,5 тысяч красноярцев могут заниматься физкультурой вечером, в выходные дни, используя объекты и прокаты, и объекты, и трассы этого комплекса. Значит, это дает толчок развитию транспорта, это существенно стимулирует развитие государственно-частного партнерства в области общественного питания, в области гостиничного бизнеса. Формирование пешеходных маршрутов будет происходить новыми деревьями. То есть пешеходные маршруты будут не линейными, они будут извилистыми и будут формироваться с помощью зеленых насаждений, ценных пород деревьев. Будет проведена, скажем так, частичная вырубка под самими капитальными строениями. В остальном весь комплекс и, скажем, весь объект будет обходиться без вырубок, будет подходить избирательно, к этому вопросу будут подходить избирательно.